Спасатели – это которые человек спасают. Например, человек тонет, а они плавают и может никто в пяти, а они увидели и спасают. Спасатель – это тот, кто спасает людей. Спасатели – это которые человек попадает в беду, а они их увидели и спасают. Спасатель – это тот, кто спасает людей на пляже, в парке аттракционов. Спасатели обязательно нужны на пляже. Полиция спасает людей. К примеру, пожарный – это спасатель, врач – это спасатель, хирург – это спасатель. Потом на пляже всегда должен быть спасатель. Зимой они нужны в горах. Пожарные – спасатели. Если кошка тонет, то собаки спасают кошек. Когда люди попали в нехорошую ситуацию, тогда полиция может приехать и помочь.